Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН. Инспекторы по делам несовершеннолетних работают в нашей стране уже 80 лет. Накануне праздника мы провели один день с сотрудницей этой службы Белла Бачаева, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Черкесску. Победила в этом году в республиканском конкурсе «Лучший в профессии». О рабочих буднях инспектора ПДН в материале Беллы Джазаевой. Как ваши дела? Нормально. Все хорошо, спасибо. Как поживаете? Все нормально. Посещение своих подопечных – одна из главных составных в работе инспектора ПДН. Они знают про эти семьи все и зачастую дружат с ними даже после того, как снимают их с учета. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних – это не просто работники полиции, а своего рода педагоги в погонах. И преподают они уроки жизни подросткам, которых принято называть трудными, и нередко им удается поставить их на путь исправления. Мы давно знакомы, мы знакомы еще с ней с Шахара, и она мне очень хорошо помогает. Вот, допустим, вчера буквально я позвонила ей, так как сейчас уже конец учебного года, я попросила ее, чтобы она помогла нам определить вот двоих старших детей, школьников, в лагерь. Она сказала, что с удовольствием нам поможет. Белла Бачаева в полиции с 2012 года. Но она известный в нашей республике человек. Особенно в спортивных кругах. Была двукратная чемпионка мира по армрестлингу. Этим видом спорта она занималась с самого детства. Выиграла все существующие спортивные кубки. А до работы в полиции занималась тренерской деятельностью. По ее собственному убеждению, спорт и сейчас очень помогает в ее нынешней работе. И отчасти спортивная подготовка помогла нашей героине выиграть конкурс «Лучший в профессии». Знакомишься со своими коллегами. Вдруг по каким-то вопросам, по каким-либо сложным ситуациям, да, ты можешь обратиться к ним, спросить, что у них там, какая у них там практика, допустим. Это обмен опытом. Также состязаться, во-первых, понять, то есть по сравнению с такими сотрудниками. Как ты подготовлен, как физически, так и какая у сотрудника там служебная подготовка. Работа с детьми – сложнейшая деятельность. Инспектору ПДН доверено самое ценное – детские судьбы. История каждого ребенка индивидуальна. Где-то причиной плохого поведения стала семейная драма, где-то безразличие и безответственность близких. Такие семьи сотрудники ПДН контролируют постоянно. А самое главное – они проводят профилактическую работу, чтобы было как меньше правонарушений. Свою задачу было видит в том, чтобы достучаться до каждого подростка и его родителя. Конечно, мое желание такое, чтобы дети и их родители совершали как можно меньше административных правонарушений, преступлений. То есть, когда профилактика проводится на должном уровне, профилактика преступлений, административных правонарушений, то, конечно же, совершается меньше административных правонарушений, преступлений. Рабочий день сотрудника ПДН совершенно не нормирован. И, как правило, раньше 10 вечера выйти из кабинета получается редко, не говоря уже о дежурствах. Они сталкиваются с самыми разными случаями, и на их долю выпала непростая задача – сделать все возможное, чтобы оступившегося в жизни подростка направить на правильный путь и подобрать каждому ребенку свой ключик, нужные слова, способные предостеречь его от ошибок и изменить всю оставшуюся жизнь. Белла Джазаева, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.